Уроки по уходу за домашними животными в школах и детских садах предложили ввести в Казахстане, сообщают усть-каменогорские новости. Инициатором проведения выступает общественный фонд защиты животных «Кейр», «Забота». Зоологи уверены, что именно правильный уход за питомцами и обучение этому с малых лет позволит сформировать в людях ответственность за братьев меньших и сократит количество случаев, когда животные оказываются на улице. На данный момент проблему бездомных животных на местах решают отловом, что не совсем эффективно. Об этом можно судить по результатам трехлетней статистики отслеживания количества бездомных животных на улицах Алматы. Их число каждый год практически неизменно. На смену отловленным приходят новые, размножающиеся на улицах и еще больше выбрасываемых и преданных безответственными хозяевами, рассказывают представители фонда. Депутаты парламента предлагают поменять систему проверки общепита, пишет газета «Время». Мажилис Вумен и президент Национальной лиги потребителей Казахстана Светлана Романовская рассказывает о нынешних правилах пищевого аудита. Так, рестораны предупреждать о приходе инспекции необходимо за 2 месяца. И специалистам известны факты, когда один ресторан перевозил из другого холодильное оборудование ради проверки. Имея отчеты по итогам данных таких проверок на руках, депутаты требуют у правительства, чтобы права потребителей были также хорошо защищены законодательно, как и права предпринимателей. По словам Светланы Романовской, прецеденты победы потребителей в судах есть. Но соотечественники не привыкли защищать свои права, потому что им не хватает грамотности в этом вопросе. Напоминает издание, что народные избранники выступили за ужесточение законодательства в пищевом бизнесе после массового отравления астанчан, которые посетили один из фешенебельных ресторанов столицы.